В этом ролике мы расскажем о новом продукте «Консультант Плюс» для кадровых специалистов бюджетных организаций – изменения по кадрам бюджетные организации. Это новшество поможет быстро понять, что изменилось в регулировании по кадровым вопросам, изучить вопрос с нуля, проверить и обновить внутренние документы – шаблоны. Приведу пример тематик из нового продукта. Кадровые вопросы государственной и муниципальной службы, особенности кадровой работы в бюджетных организациях, регулирование труда отдельных категорий работников, в том числе педагогов, медицинского персонала, общие кадровые темы. У материалов простая и понятная структура. Есть краткая информация по прошедшим и будущим изменениям законодательства, приведены письма ведомств, ключевая судебная практика. Есть ссылки на готовые решения с порядком действий, образцы заполнения форм. Новый продукт полезен руководителям и специалистам кадровых подразделений организаций бюджетной сферы. Новшество включает 122 материала с последними изменениями и ежедневно актуализируется. В качестве примера узнаем, были ли изменения в порядке обеспечения работников бюджетных организаций спецодеждой. Откроем новый материал «Последние изменения обеспечения работников спецодеждой». В начале материала есть ссылки на готовые решения с порядком действий и список нормативных актов. Рассмотрены изменения за последние два года, в том числе только предстоящие. Так, с 1 сентября 2023 года вступят в силу новые правила обеспечения работников средствами индивидуальной защиты. Есть ссылки на приказы Минтруда и другие правовые акты. Новшество продолжает серию обзоров изменений в «Консультант Плюс». Уже выпущены обзоры последних изменений для руководителей, бухгалтеров, кадровиков бюджетных организаций. Для бухгалтеров и кадровых специалистов коммерческих организаций, для юристов, для специалистов по закупкам, для руководителей. По всем вопросам обращайтесь в ваш сервисный центр.